В Карагандинской области ищут двоих жителей села Нуркен. Мужчины отправились через реку за скотом и не вернулись. Ранее в кювет с талой водой упал УАЗ с пассажирами. Трое человек утонули. Неосторожность населения в очередной раз заставила местные власти напомнить о важности соблюдения правил безопасности. Сегодня утром в Караганде собрали экстренную пресс-конференцию, чтобы рассказать о том, как обстоят дела с паводками в регионе. За последние 6 дней в области эвакуировали почти 400 человек. Талая вода затопила более 20 домов и свыше 40 дворов. По данным ЧС, воду из них откачали. Большая часть жителей вернулась в свои жилища. Стабилизировалась обстановка, но тем не менее активно продолжается процесс вот на территории в южных регионах, на территории Шетского, Жанаркинского и уже сейчас Ултауского района. Связано это с состоянием реки Жаман-Сарсу. К столь серьезной ситуации и жители должны отнестись крайне серьезно, настаивают власти. В области усилены меры оповещения населения о перекрытых и размытых дорогах. Передвигаться самостоятельно по затопленной территории строго запрещено. Ситуация с паводками находится на личном контроле руководства области. Сегодня глава региона Ирлан Кашанов и заместитель министра МВД Юрий Ильин совершили облет. Пик паводка еще впереди, однако подтопления начались уже в 4 районах области. Проживающему в них населению необходимо строго придерживаться рекомендаций служб спасения. Марина Золотарева, Василий Савкин, Света Саинов, Карагандинская область, Хабар 24.